Шалом, возлюбленные! Как у вас дела? Мы продолжаем молиться, чтобы каждый из вас принял мир и обилие благословений от Господа. Возлюбленные, давайте выразим свою благодарность Господу Иисусу через хвалу и поклонение. Будем петь вместе и поклоняться Ему вместе. Yesus Kristus di alam.
Возлюбленные, мы продолжим готовить свои сердца и умы, чтобы принять благословение Слова Божьего, которое передаст нам пастор Ника Ньохарахардио. Пусть все те, кто услышит это послание, будут благословлены. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Писание говорит, если Иисус освободит вас, вы будете истинно свободными. Пленники и те, кто находится в тюрьме, больше всего желают обрести свободу. Многие люди живут в тюрьме, потому что стали пленниками греха. Они пленники бесов. Они пленники похоти этого мира, они пленники бедности, они пленники болезни, они пленники наркотиков, они пленники измен и порнографии, они пленники обид и непрощения. В плену их удерживает страх, депрессия и подобные вещи. Они несчастны, они жаждут жить как свободные люди. Хорошая новость для тех, кто страдает от всего перечисленного, Иисус может и желает вас освободить. Если Иисус освободит вас, вы будете истинно свободным человеком и сможете жить в этой свободе постоянно. Haleluya, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah, darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Однажды Иисус пересекал озеро, направляясь в страну Гергесенскую. Когда Иисус вышел из лодки, его тут же встретил одержимый, который вышел из гроба. Этот человек жил среди могил, и никто не мог его связать, даже цепями. Много раз его пытались связать кандалами и цепями. Он разрывал цепи и разбивал кандалы. Никто не мог его усмирить. Днем и ночью он бродил в горах, среди могил, с криком, царапая себя камнями. Завидев издалека Иисуса, он побежал, чтобы поклониться Ему, и закричал громким голосом: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучай меня!» А Иисус сказал ему: «Нечистый дух, выйди из этого человека!» Затем Иисус спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Легион, имя мне, потому что нас много». Дух стал умолять Иисуса не высылать их из этой страны. Возле гор паслось большое стадо свиней. Бесы попросили Иисуса: «Пошли нас в свиней, чтобы мы смогли вселиться в них». Иисус разрешил. Тогда нечистые духи вышли и вселились в свиней. Стадо свиней, а их было около 2000, бросилось с крутого обрыва в море и утонуло. Те, кто пас свиней, убежали и рассказали об этом в городе и в деревнях. Люди пошли посмотреть, что именно произошло. Они пришли к Иисусу и увидели, что одержимый человек, в котором был легион бесов, сидит одетый. Он в здравом рассудке. Тогда люди очень испугались. Те, кто все видели сами, рассказали, что произошло и с одержимым, и со свиньями. Люди стали умолять Иисуса покинуть их края. Когда Иисус сел в лодку, тот, кто был одержим, попросил Иисуса взять его с собой. Иисус ему не разрешил, но сказал:
«Иди домой к своим друзьям и расскажи обо всех тех великих делах, которые сотворил для тебя Господь, и как Он помиловал тебя». Человек ушел и проповедовал в Десятиградии то, что сделал для него Иисус, и все изумлялись. Вот здесь мы видим, как Иисус освободил человека, бывшего заложником легиона бесов. Мы видим, что Иисус полностью освободил этого человека. Этот человек был не в своем уме. Он бродил, раздетый по горам, среди могил, кричал и царапал себя, бил себя камнями. Затем он получил свободу. Он обрел здравый рассудок, оделся и даже стал свидетелем Господа Иисуса. Он говорил каждому, что пережил при встрече с Иисусом Христом. Бесы знают, кто такой Иисус, поэтому они так боятся Его. Всем им приходится подчиняться приказам Иисуса, потому что Он — Сын Всевышнего Бога. Он Сам есть Бог. Те из вас, кому нужно обрести свободу от оков силы тьмы, должны прийти к Иисусу. Если Иисус освободит вас, вы будете истинно свободны навсегда. Bersama Yesus Tuhan, ku menang, ku menang di dalam peperangan, ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Одна женщина страдала от кровотечения 12 лет. Она много претерпела от различных врачей. Она потратила все, что у нее было, но ей становилось не лучше, а только хуже. И вот она услышала новость об Иисусе посреди толпы. Она протиснулась к Нему и коснулась Его одежды. Она говорила: «Если только прикоснусь к Его одежде, я исцелюсь». Источник кровотечения тут же иссяк. И женщина почувствовала, что исцелена от своей болезни. Иисус сразу же понял, что из него вышла сила. Он обернулся и спросил: «Кто коснулся моей одежды?» Ученики сказали ему: «Ты же видишь, что тебя теснит множество народа, и ты спрашиваешь, кто тебя коснулся?» Иисус огляделся, чтобы увидеть, кто же это сделал вокруг. Женщина дрожала от страха. Она знала, что с ней произошло, подошла, упала к Нему в ноги и во всем призналась. Иисус сказал ей: «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь исцелена от своей болезни». Женщина, которая 12 лет страдала от кровотечения, услышала об Иисусе. Она поверила, что Иисус, конечно же, может ее исцелить. Она верила в Иисуса. И поэтому она сказала: «Если только прикоснусь к Его одежде, то тут же исцелюсь». Коснувшись одежд Иисуса, она сразу же была исцелена. Она тут же обрела свободу от заболевания крови, которое держало ее в заложниках 12 лет подряд. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup
merdekakan hidupmu. Dia sanggup merdekakan hidupmu. Кто из вас пленники греха, пленники бесов, пленники бедности, пленники болезней, пленники немощей, пленники наркотиков, пленники порнографии и измен, пленники страха и депрессии? Хочу сказать вам, что Иисус силен освободить вас. Если Он освободит вас, вы будете истинно свободными. Кто хочет стать свободным? Вы можете поднять свои руки. Отец, ты видишь эти поднятые руки? Эти люди — пленники различных сил тьмы. Прямо сейчас, во имя Иисуса, будьте исцелены. Во имя Иисуса, сними все свои оковы, сатана. Во имя Иисуса, отпусти их. Отпусти Божий народ. Во имя Иисуса. А теперь принимайте свое исцеление, необычные чудеса, принимайте восстановление во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran. Dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatan. Tolonganmu
dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. В эти 30 минут мы с вами были вместе на программе «Время для исцеления». Пусть то, что вы увидели, подарит вам новую надежду и силу от Господа Иисуса Христа. Мы увидимся вновь на следующей неделе. Господь Иисус да благословит вас! Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh Yesus. Tepuk tangannya ikut.